сорт острого перца Habanero Numex Trix or Treat. Это слабоострый сорт хабанера. Острота такого перчика от 0 до 10 сковелей. Это слабо острый перец. Срок созревания у него от 90 до 100 дней. Высота кустика может достигать от 60 до 90 сантиметров. Этот перец относится к виду Capsicum chinensis. Это новый сорт хабанера. Для тех, кто любит вкус хабанера, но не любит его остроты. Это вот такие вот перчики. Это очень и очень высокоурожайный сорт. Посмотрите, сколько здесь плодов. Смотрите, какое большое количество. Высота этого кустика у меня где-то сантиметров, наверное, 30. До 30 сантиметров. Обильное плодоношение у него. Этот сорт неприхотлив. Плоды созревают от зеленого цвета, вот от такого вот. Потом становятся слегка оранжевыми. Вот так вот. Потом идут до такого светло-желто-оранжевого цвета. Потом оранжевые и темно-темно-оранжевые. Слегка переходят на красный цвет. Плоды плотные, хрустящие. Имеют сладковатый вкус с ароматом хабанера. Вот такие вот перчики. Уже осень. Октябрь месяц. Перцы созрели. Вот как дружно они начинают созревать. Такие вот у них плоды, сейчас вам покажу. Вот он, весь вызревший полностью. Вот. Вот такой вот плод. Такой размер, довольно крупный. Если его выращивать в домашних условиях, кустик будет, не будет превышать в пределах 35 сантиметров. Если будете выращивать в открытом грунте, ну, кусты, конечно, могут быть гораздо повыше, от 60 до 90 сантиметров. Также его можно выращивать и в теплицах. Это довольно высокоурожайный сорт. Сорт неприхотливый, устойчив к большинству заболеваний перца. Так как у меня в этом году была затяжная весна, перчики у меня немножко отстали в росте. И вот уже в октябре месяце только начали созревать. А так, этот перчик уже в сентябре полностью весь созревает. Срок созревания этого перца от 90 до 100 дней. Это неприхотливый сорт, так что советую выращивать его как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Очень-очень высокоурожайный сорт. Смотрите, какое большое количество плодов на нем. Так что выращивайте его у себя дома. И пусть он радует вас большими урожаями.